Телеведущая и блогерша Ксения Собчак отметилась в комментариях под резонансным постом бойца Хабиба Нурмагомедова, в котором тот попросил Всевышнего наказать французского президента Макрона. Блондинка, не привыкшая лезть за словом в карман, спросила у Хабиба, как у героя для многих подростков в нашей стране, какими победами гордятся соотечественники. Она отметила, что уважает его религиозные взгляды. Но слова Нурмагомедова о президенте Франции могут быть истолкованы миллионами мусульман как призыв к насилию над Макроном. Собчак напомнила, что тот не позволял себе высказываться против приверженцев ислама. Он выступал против исламского радикализма и террористов, которые совершили убийство. А это страшный грех в Коране, высказалась Ксения. Она напомнила о существовании более миролюбивых способов выражения мнения, отметив, что люди могут жить в мире и согласии, независимо от своих взглядов. Своим комментарием Собчак навлекла на свою голову гнев подписчиков Нурмагомедова. Юзеры принялись писать в адрес телеведущей гневные послания, не стесняясь в выражениях. Однако на эти выпады блондинка решила не отвечать.